Зачем тогда нужен министр? Чтобы принимать политические решения, господин министр. Вы принимаете, мы их выполняем. А как часто требуются эти политические решения? Ну, время от времени. Бернард, правительство существует, чтобы управлять, а не только, чтобы председательствовать, как это делали предки. Когда страна стремительно несется под откос за рулем, необходим человек, который вовремя нажмет на газ. Полагаю, вы имели в виду тормоз.